накрывал, чтобы искры не летели. Так, вот шпонку сделал. Вот конус. То есть он надевается, потом он зажмется, как тиски. Шпонка забьется туда, сядет с молоточка. И она придается как тисками. Вот этот конус, а это вот шпонка. Шпонка вот такая вот получилась. Шпонка сделана с полуоси. А это вот конус. На токарном 0,5 выставленный. Все, шпонку туда вбиваем. Сейчас еще проточу с одной стороны болгарочкой под маховик. И все.